дивись на ній, стоять найперші березневі дні. Природа прокидається поволі, немов би відчуває день святковий. Знову збиралися діточки, старанно і натхненно, залюбки, і з нетерпінням ждали всі маля. Мам, ти бабусь буде садок на свято. Привітимо, шочечку. Ні, ще пожовляю. Прокидайтесь. Ось не розказав. Підготували? Підготували краще побажання. Приймайте, що 8 березня, вітання. Привітимо, Сенечко, місце промовляю. Прокидайтесь, квіточки, день весну зустрічає. Присинайся, річечко, посміхніть травмочку. Та танцюй нам попока, дощику зумочку. Розвалося радісно, по землі проліну. Покривайся, де луги, весняна цвітіння. А решті вже весенка Люба прийшла, і мама на свято до нас принесла. У теплий святковий і сонячний день ми рідним матусям співаємо пісень. Thank you.
надивитися фільм «Гречанка». Папа любить молоко, дивитися телевізор. Любимо всією родиною їздити в парк та у цирк. Матуся, тебе не пізнає? Оплески, будь ласка. Следующий подарок. Моя мамочка красивая, глазки у нее немножечко зеленые, а волосики черные. Мама просто поменяла цвет. Дома мы вместе с мамой клеим в книжке разные аппликации. Еще у мамы есть черные туфельки, а пятки красные. Мама любит готовить блинчики и яйцо, а работает она возле папы. Кто себя узнал? А с папой по выходным мы едем к бабушке помогать дедушке. И я не знаю, чем занимается мама в это время. Знала мама? Я люблю свою семью, потому что она любит меня.
Портреты для всех будут немножко попозже. Сейчас продолжаем дальше. Сейчас специальный подарок для мамы от Женечки. Играть.
Мама, я влюбился в девочку. Да, ну? Только я не знаю, где она живет. Ну вот. Не накажешь папе, это мой секрет. Нет, нет. Это девочка такая, прямо девочка такая. В общем, девочка такая, ей уже 5 лет. Говорит, что папа мой очень горевал. Говорит,
понимаю. Как тронула история Киры. А еще у нас следующие ваши портреты. Мама с папой меня любят, играют со мной. У мамы есть любимая... Портрет, извините. У мамы есть любимое розовое платье. Она любит ходить на площадку, там, где магазин, со мной гулять. Папа варит дома кушать. Ходит на работу, стирать ковры и делать доски. Любим всей семьей делать вкусную еду, ходить в магазин. Люблю свою семью за то, что она покупает мне подарки, какие я хочу. Потому что раньше он работал на близкой работе, а теперь далеко. Когда папа приезжает, привозит нам подарочки. Мама наша на картинке, мама нашла на картинке красную кофточку, а связала мне фиолетовую. Дома у нас много посуды. Мама не носит сухие платья. Когда папа работал близко, мы ездили всей семьей на каток. Я люблю свою семью, потому что мне нравится быть в семье. Все любят свою семью. У меня в семье есть мама, папа и бабушка. Я с ними дружу. Мама дома кормит кота и готовит нам кушать. Мама любит делать из бумаги девчачьи поделки. Ходит на работу, а на работе она занимается психикой. Папа любит со мной играть во всякие игры. Он мне все рассказывает. Я люблю свою семью, потому что они любят меня тоже. У нас большой дом. Только комнаты две и зал, где игрушки, и кухня. У мамы другой цвет волос. Она милая, добрая, она любит своих деток, тюльпаны, белые цветы и зеленые духи. Мы с мамой играем в морской бой. Папа ищет в земле старые монетки, в земле, где была советская война. Всей семьей мы любим купаться на даче в бассейне, играть в прятки. Я люблю свою семью за то, что у нас семья добрая и большая. Моя мама любит готовить. Готовит жареные овощи, пюре. А мы с папой любим ей помогать. Мама любит быть с распущенными волосами, накрученными и накрашенная. Мама не узнает себя. Анютина мама. Мама моя хорошая и добрая. Глазки добрые, коричневые и коричневые волосы. Дома мама любит одевать синий свитер. Вместе с мамой мы учимся читать. Мама меня называет сынуля. У нас есть белая машина Рено, и вместе с семьей мы ездим на ней по воду. Мама готовит вкусненькое мясо, а папа – котлетки. У мамы коричневые волосы. С мамой мы ходили в музей, в театр на Кошкин дом. Там были куклы, кот. И еще там был попугай. Мама ухаживает за фиалками. Раньше у мамы были красные духи, а теперь мама один раз пшикнула с черными. Давным-давно делала фиксу. Моя мама работает бухгалтером. Она любит, чтобы я ей делала прически. Каждый вечер мама со мной играет в детский сад. Очень-очень мама не любит, когда я разбрасываю игрушки. Когда мама уставшая идет с работы, она бывает грустная. А когда я делаю как клоун, она веселая.
вместе все с семьей мы ездим на дачу. Там мы ходим на речку, папа меня подбрасывает, и я влюхаюсь. Еще сейчас портрет отвлекусь. Thank you.
праздники. Любит, когда папа ей что-то дарит. Недавно он ей подарил шампунь, который пахнет духами. Любит ездить в кинотеатры. Смотрели в 3D «Бурка-бурка». Мама готовит вкусный малиновый чай. У нее есть желтое платье. Она его одевает на маскарад. Бабушке в гости, а она нам готовит оливье и покупает печеньки, грибочки-лисички. А наш дедушка готовит зеленый вкусный суп из капусты. Мама любит и выпить новости, концерты. Занимайтесь одежною, и я тоже люблю. У мамы 4 зошити, розові и зелені. Мама любит готовить вишневый пиріг, а мы любим его есть. Дуже смачный. Вечерами ходит в халаті, а коли вихідні – футболки и власника. На работе мама робить уколи. Ромашки и вообще цветы. Мама любит готовить и кушать блинчики, оладушки и вареники. Дома мы вместе с мамой играем в машинки. У меня семья хорошая, потому что мы все друг друга очень любим. Мама любит со мной играть в телефоне, по телевизору смотрит всякие новости. Любит одевать синее короткое платье, красить губы такой помадой, что не видно. Я люблю с мамой ездить в парк Горького и кататься на лавочке, которая вверх-вниз. Кататься на коньках и не любит, когда я плачу и нервничаю. А еще она любит, когда мы с папой дарим ей подснежники. Любит есть пельмешки, носить сумки черную и розовую. Волосы у нее чуть-чуть темненькие и светлые. Еще у мамы теплые нежные руки. У нее есть голубой красивый телефон и там мелодия, как в сказке. Мы еще
веселье вокруг, и место здесь нет только для скуки. И нам все равно, если нас не поймут. Идем от аспекта, словно подбород, и вместе мы сила, мы чувствуем драйв. Отпустим и наигрываем мы на свободу, танцуем с отрывом, и в этом весь кайф. Thank you.
Маришкина мама с работы пришла. И Марину спросила, как дочка дела? Опять заиграла с собой. Опять ухитрилась забыть про еду. Обедать бабуля кричала 100 раз. А ты отвечала, сейчас, да сейчас. Ой, с этими дочками просто беда. Скоро ты станешь, как спичка, куда. Иди-ка обедать, вертушка. Сегодня к обеду ватрушка. Тут бабушка, мамина, мама. С вечера съела сухой бутерброд. Нельзя я сидеть целый день без обеда. Просто беда с этими дочками. Скоро ты будешь как спичка. Садись-ка, вертушка, к обеду. Сегодня к обеду ватрушка. Thank you.
Может, новая звезда нам небо осветит.